Вообще сунна является, вы знаете, братья, когда мы говорим «Альхамду лиллахи рабби ль-аламин», паузу небольшую делать. Почему? Субхана, посланник Аллаха ответа ждал от Аллаха. Поэтому, когда мы читаем, есть манера чтения «Альхамду лиллахи рабби ль-аламин, ар-рахман, ар-рахим, малики яумиддин, ияка на'буду ва ияка настаин, ухдина ссирата ль-мустаким, ссирата ль-ладина на'амта алейхим». Понял, да? Я соединяю все аяты. Есть «Альхамду лиллахи рабби ль-аламин». الرحمن الرحيم مالك يوم الدين روكس أصلاً وتكيم شتيني مشتاو براتي إياك نعبد وإياك نستعين это выше степень خشوع смиренности براتي إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين О Аллах, ответ на мою мольбу. Амин переводится вот так. То есть, братья, если к намазу мы вот так будем подходить, это другой намаз, братья. Это плач в намазе, братья. Это на самом деле смирение.